Друзья, это перезалив видео. Я должен быть честен, пусть и словлю кучу негатива. Я очень сожалею, но совершил серьезную ошибку в тестах. Повлияли жизненные волнения. Это исправленное видео, прошу прощения у вас, мои зрители. Привет, друзья, с вами Зверько и ML Факты. Сегодня мы разберем такой предмет, как удар охотника. За незначительную сумму в 2010 золота мы получим второй по урону предмет после клинка отчаяния, потому что удар охотника добавляет целых 100 к физической атаке и приятный бонус 10 кд навыков. Но вопросы возникают по пассивке. Нанесите противнику 5 ударов подряд и повысьте скорость передвижения на 30% в течение 2 секунд. КД пассивки 15 секунд. Давайте посмотрим на примере Кусаки. Итак, у нас только удар охотника и лесной нож. Скорость бега 255. Наносим 5 ударов рукой и замечаем свечение у нашей задницы. Нет, это не бомбануло, так что искры полетели. Это ускорение до 331. Так, теперь проверим, срабатывает ли это на навыках. Да, работает, есть ускорение. Теперь с магией. Тоже есть. Но ускорение активируется, если мы наносим одной цели 5 раз урон, если разным не работает. Что можно сказать про предмет? Много урона и КД 10%. Это его основное свойство. А пассивка послужит тому, чтобы догнать противника. Отлично подходит для позиционирования. Например, Кусаке или Сайберу. Теперь вы сможете найти применение этому предмету. А пока напишите в комментариях, какой предмет вам непонятен. Ставьте лапки и всем пока!